Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся с своими друзьями. Как ты говоришь? А как же твое приветствие? Сегодня в тишине. А на канале Baby Go. Сегодня у нас очень интересная игра. У нас есть такие махровые толстенькие салфеточки. Вот, мы будем из этих салфеток вырезать геометрические фигуры. А потом эти фигуры мы будем складывать в бусы, конструировать дома. Может, попробуем сделать какое-то художество. И попробуем найти пару к фигурке. И данное занятие поможет нам развить у ребенка мышление, внимание, фантазию. И развивать будем восприятие устной и зрительной информации. Динечка, мы сейчас берем такую салфеточку и вырезаем из нее, например, кружочек, квадрат и треугольничек. И из каждой так попробуем вырезать. Еще попробуем вырезать какие-нибудь лучики. Мы же попробуем картину природы сделать с домиком, солнышком и со всем остальным. Поехали! Мы пропустим момент вырезания и перейдем сразу к процессу. Ну, продемонстрируем на одной из салфеточек, например. Друзья, смотрите, для примера мы из этой салфеточки вырезали квадрат, прямоугольник, кружок и треугольник. У нас сейчас будет три игры, Дэн. Мы будем искать пару, делать бусы и пытаться составить какую-то картинку. Поехали! Дэн, тебе нравится, что у нас с тобой получилось? Давай с тобой сначала в простенькую игру поиграем. Давай поищем пару, Динь. Давай. Смотри, у нас сколько фигурок разных. Пока давай поиграем с желтыми и синими. Для простоты. Желтый и голубой. Какие у нас цвета с тобой есть? Голубой. И какой еще? Зеленый. Как зеленый? Это какой цвет? Зеленый. Желтый. Смотри, у нас есть желтый квадрат. Несколько штучек. Несколько желтых квадратов. Найди к ним пару. Дениска. Вот, найди пару к желтому квадратику, Денечка. Ну-ка, что это у тебя? Синий квадрат, правильно. У тебя в руках оранжевый треугольник. У него три угла. Кто еще ему подобен? Посмотри, найди пары. Кто подойдет? Кто подойдет к оранжевому треугольнику, День? Я тебе подсказываю, смотри. Кто подойдет к оранжевому треугольнику? Желтый треугольничек, правильно. А еще какой, смотри. Голубой. Сложи их вместе. Так. А еще у нас есть кружки. Смотри, желтый кружок. Что к нему подойдет? Правильно, голубой кружок подойдет. Динечка, давай попробуем составить бусы из разных фигур. Давай? Давай бусики составим с тобой и повесим тебе на шею. Друзья, смотрите, мы сделали дырочки в разных фигурках геометрических. Сейчас будем делать бусы. Дэн, подожди, пока не спеши вперед, батьки в пекло. У нас есть ниточка, смотри, Денис, ниточка. Мы с тобой сейчас по очереди оденем на ниточку фигуры. Давай, выбирай, какую мы первую будем одевать. Вон, мама, он хочет какую-нибудь ту. Покажи пальчиком, какую мы будем одевать первую. Вот эту, давай. Одеваем. Так, так. Одну одели. Так, дальше мы после синего квадрата одеваем. Давай вот этот оранжевый треугольничек оденем, да? Давай треугольничек. Ну, раз ты треугольничек держишь, одеваем треугольник, давай. Одеваем треугольник. Динь, потом что? Давай вот это оденем. Давай вот это оденем.
Так. И смотри, у нас еще есть с тобой фигурка трапеция. Оденем трапецию на ниточку? На ниточку, правильно. День, а сейчас на тебе мама бусы завяжет, смотри. Что у тебя такое на шее висит? Бусики? Как? Тебе не нравятся бусы? Ну хочешь, можешь с ними сделать все, что угодно. Давай, снимаем, да? Снимаем бусы. Можешь с такими, как игровыми моталочками воспользоваться. Можешь их скручивать, вокруг себя вращать. Вот, видишь, обратно одел. Классные у тебя бусы. Настоящий папуас. Дэн, ну давай с тобой еще картину нарисуем из наших фигур. И все, и на этом закончим. Давай попробуем сделать солнышко. Давай солнышко сделаем. Какое у нас солнышко? Круглое? Голубое. Почему голубое? Желтое солнышко должно быть. Давай, у нас солнечный день в деревне будет картина называться. Давай домик сделаем оранжевый. Оранжевый домик. Помогай маме, участвуй в процессе. У домика же крыша должна быть треугольная, Дениска. Нет, ты не хочешь такой, из такой фигурки? Давай сделаем у домика крышу, Динь. Давай домик. Смотри, какого цвета домик будет у нас, Дениска. Давай оранжевый домик. Какой мы треугольничек выберем для крыши? Какой треугольничек? Желтый или голубой? Голубой. Голубой. Давай голубой. Так, и что-нибудь еще давай сделаем. Давай сделаем завод. Ну, как раз ты солнышко сломал. Давай завод сделаем, день. Вот у нас завод будет из трапеции, из таких состоять, с трубами. Давай, вот это у нас трубы у завода. Заводские трубы, большой завод. Правильно, это одна труба. А так, сколько труб? Вот это у нас интересный завод так. Вот так у нас сколько труб с тобой? Вот так, давай посчитаем. Нет? Все, завод у нас уничтожен, друзья. Но мы все равно, мы попытались сделать из геометрических фигур картину. Это заменяет творчество рисования. Мы сделали шикарные бусы, да, День? Какие у тебя там фигурки есть? Трапеция, прямоугольник, треугольник, квадрат. И мы поискали пару. На самом деле, очень много разных игр есть с такими геометрическими фигурами. Кроме выкладывания предмета, что мы пытались сделать, нарисовать картины и поиска пары, мы можем играть в размеры, сделать геометрическое лото, просто получить фигуры, получить формы. Так что, друзья, практикуйтесь, и все у вас будет отлично. Ну а с вами был Baby Go, мы с вами ненадолго прощаемся. До новых встреч, ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь. Пока-пока, ребята. Динечка, попрощайся с своими друзьями. Мама. Пока. Пока.